Ракету выпустили со второго этажа. Там же есть снайпера. Разбейте их позиции. Сегодня действиями танков в Джобаре будут подавляться главные огневые точки террористов и узлы коммуникации на границе за Малькой. Часть этих домов находится под контролем сирийской арабской армии. Они находятся ближе к автостраде. Другая часть, которая ближе к центру Джобара, пока контролируется боевиками. Подвалы этого здания, скорее всего, связаны подземным тоннелем с домами частного сектора. Из этих подвалов постоянно ведется стрельба и существует опасность нанесения удара по танку в нижнюю полусферу. Все заняли свои места и находятся в полной боевой готовности. Накануне здесь обнаружен выход из тоннеля, который был вырыт боевиками для контратаки. Он проложен от кладбища, а это более 200 метров. Теперь боевики не смогут переправлять подкрепление на этот участок фронта. Подвал высотки, примыкающие дома в 1-2 этажа, связаны в одну линию обороны. Танкисты методично расстреливают тактически важные точки этой линии. Пехота с доминирующих высот прикрывает танкистов, расстреливая возможные позиции гранатометчиков. Ствол левее, ниже, левее, огонь. Назад, правее, стоп, теперь левее, левее, хватит, ствол ниже, правее, правее, огонь. Там за голубой дверью увидели движение. Пушку правее. По этой двери бейте. Когда танк выполнил свою задачу и начал отход, было замечено передвижение в подвале, и дополнительный залп не заставил себя ждать. За завтраком, после выполнения своей боевой задачи, танкисты обсуждают план нанесения удара на левый фланг обороны террористов. Ассмукты.
Мы идем на импровизированный наблюдательный пункт. Сюда же подходят и экипажи. Обсуждается каждая деталь плана атаки, что позволит избежать потерь при выполнении боевой задачи. Танкисты должны, что называется, чувствовать действия друг друга и прикрывать товарищей. Дорога, по которой еще недавно боевики проносились на большой скорости перед позициями сирийской арабской армии, теперь становится линией фронта. Как только там засекается движение, туда сразу наносится удар, который уничтожает коммуникации террористов, снижая их мобильность. Тем временем танки выходят на исходную позицию. Начинается уничтожение позиций террористов. Один танк бьет по позициям в Джобре, второй бьет по Замальке. В это время на правом фланге замечено движение боевиков, и третий экипаж бьет по засветившимся бандитам. Танкисты видят там что-нибудь? Да, они все видят. Выполнив боевую задачу, танки возвращаются.
Солдаты и офицеры постоянно несут дежурство и расстреливают любое движение на территории боевиков. Как только наблюдатели засекают активность боевиков на доминирующих высотках, по ним сразу наносят удар. Танкисты снова получают боевое задание. Экипажи занимают места в боевых машинах. Первый танк бьет по обнаруженному замаскированному выходу из тоннеля. Второй танк бьет по позициям справа, получив информацию о движении террористов. Выполнив поставленную задачу, танки возвращаются. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Игорь Надыршин, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.